ভয়ম প্রমত্তস্য বনিষ পিশাৎ যতঃ স্বাস্তে সহসট পত্নিয়া জিতেন্দ্রিয়স্বাত্মরতির্বুধস্য সংসারবন্ধন কিং করোতি অবদ্যাম। ভয়ম প্রমত্তস্য বনিষ পিশাৎ যতঃ স্বাস্তে সহসট পত্নিয়া। শিশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что ничего более благоприятного, чем Гуру Сева. Что нет ничего более благоприятного, чем Гуру Сева. На самом деле, Гуру Дас, слуга Шри Гуру, он больше, чем Кришна Дас. На самом деле, Гуру Дас и Кришна Дас, они практически не отличны друг от друга, но титул Гуру Дас, он более значим, чем титул Кришна Даса. Это я хочу вам постепенно объяснить. И вот в начале всего я начал с этой шлоки. What problem can make this your family life? Why you think that you are in problem? Почему вы думаете, что семейная жизнь она приносит проблемы? Или вообще какие-то проблемы приходят вот в случае семейной жизни, жизнью? Многие думают, что очень много проблем в ней, но если вы примите отреченный уклад жизни, то вы увидите, что в этом отреченном укладе жизни проблем тоже хватает. И вот Брама говорит Приевратье, что ты думаешь, что если ты отречешься и примешь отреченный уклад жизни, то это не так просто. Что просто отречься, как сказать, от мирского, это мало. И Шрила Прабхупад говорит, что те, кто говорят, что кто-то, например, не хочет находиться, не хочет, точнее, хочет избежать проблем. То есть Шрила Прабхупад говорит, что если кто-то, похоже, принимает отречение только для того, чтобы избавиться от каких-то проблем, это просто подобно такому скрытому вожделению. То есть это так, стремление какой-то спокойной жизни. Но Шрила Прабхупад говорит, что, несомненно, такой человек, может, у него нет такого открытого вожделения, но скрытое вожделение у него наверняка есть. Иначе почему бы он так говорил? А мы из Гаудия Даршана знаем, что ради служения Гурудеву или для служения Гуранги Махапрабху, если весь мир он обернется против нас, и мы готовы страдать ради этого, ради служения Гуру и Гуранги, это зовется ништха. А если какие-то проблемы возникают на нашем духовном пути, то если у нас нет терпения для их преодоления, то это не является признаком настоящего преданного. И вот Шрила Бхактивинода Такур, Шрила Бхактивинода Такур говорит, что в служении Гуранги так много проблем возникает, и я готов принять и приветствовать эти проблемы, но главное в моей жизни то, что я хочу совершать Кришна и Гуру Севу, это я никогда не оставлю. И я уже сказал вам, что Шрила Прабхупад говорит, что нет ничего более благоприятного, чем Гуру Сева, но имейте в виду, я говорю о стандарте, о сад Гуру Севе. Я говорю о стандарте, о том, что как идеально должно быть. Нет ничего более благоприятного, чем Садгуру Сева.
И вот через трансцендентного посредника Гурупад Падму вы можете видеть, что есть что. То есть вы можете через Гурудева вы можете видеть вещи такие, какие они есть на самом деле. И о трансцендентном мире я могу сказать нечто. Вот один преданный достаточно давно, лет 15-20 назад, я тогда был в Мадхе, в Дели, и вот Шрила Бхактивала Бхатирта Госвами Махарадж был там. И вот вопрос был такой, что когда мы повторяем Харинам, о чем мы должны думать? Поскольку правило такое, что во время Харинама мы должны думать о трансцендентных качествах, о лилах, о деяниях Гуранги Махапрабху и всего прочего, что связано с ним. Но это не для нас. Почему? Почему не для нас? Поскольку наш ум, он нестабилен, он беспокоен. Наш ум, он сейчас не достиг такой стабильности, как сказать, спокойствия, умиротворения. И поэтому, когда вы повторяете Харинам, вы должны прежде всего думать о вашем Гурудеве, о лотосных стопах вашего Гурудева, это предписание. То есть, значит, впоследствии мы уже сможем думать о Верховном Господе и Его лилах, но прежде всего мы должны сконцентрировать свой ум на лотосных стопах Шрилы Гурудева, поскольку Гурудев – это трансцендентный медиум, через которого мы можем видеть вещи, такие, какие они есть на самом деле. Как, например, если у нас плохое зрение, и мы возьмем и воспользуемся помощью очков, тогда мы сможем видеть вещи такие, как они есть. А при плохом зрении и отсутствии очков, то ничего толком мы не увидим. И таким же образом Гурудев, он подобен прозрачному трансцендентному медиуму, через которого мы можем видеть, что есть что в том трансцендентном мире. И это есть правильный путь, правильная процедура, как нужно видеть трансцендентный мир. И вот Брахма дает наставление Приявраты. Хотя у Приявраты уже есть чувство отречения от этого мира. У Приявраты есть такое чувство отрешенности, но Брахма все равно вынужден был сказать, поскольку Ману Махарадж, он жалел, что нет никого, кто бы мог позаботиться о его царстве. То есть, кто бы смог стать следующим царем, повелителем земли после него. И вот Ману, он попросил Брахму, что мой сын, он ушел, что делать? Он был учеником Нарады Махараджа. Приявраты, он был учеником Нарады. И вот если вы сможете принять прибежище у лотосных стоп чистого гуру, и ваш ум и, сердце, они будут одинаковы, то есть в вашем уме будет то же самое, что и в вашем сердце, то nobody can cross this Maya in consequence. That's why Shankar Bhagavan was put into trouble. Mohini Roop. Ну, в общем, суть в том, что Майя Верховного Господа, она непреодолима. Нет никого в этом мире, кто бы мог дать гарантию, что он сможет преодолеть Майю, поскольку у нас по-настоящему разумные люди, они не говорят так. Они, может быть, они свою силу баджан, они могут преодолеть Майю, либо пытаются, но такой прям гарантии никто не может дать, что они, несомненно, одолеют Майю. И вот Брахма говорит, что Приявраты, что ты от Нарады получил очень хорошее наставление, и вот Брахма с Ману, они пришли к...
пришли к Приврате, Приврата стал поклонился им, и тогда Брахма улыбнулся, благословил его. И Нарада был удивлен, что делать, если они пришли, как бы, ничего плохого в этом нет. И после этого Брахма, он начал давать наставление ему. О, мой сын, смотри, если ты хочешь отправиться в лес, пытайся думать снова и снова, что ты, твой материальный ум и органы чувств, они будут с тобой. Ты не можешь свои органы чувств поскольку твои твой ум и твои органы чувств, они пойдут с тобой в лес. Но смотри, в чем проблема. То есть просто уйдя в лес, твой ум уйдет, ваш материальный ум с его материальными органами чувств, они также отправиться с вами в лес, и там будут вас беспокоить. А если вы искренне, 100%, то пытайтесь думать, что... То есть, посмотрите, ваш ум, он свободен, или там есть какая-то... И вот... И вот ум, ученые говорят, что ум, он не может быть пустым, в уме всегда что-то находится, всегда что-то есть в... То есть ум не может находиться просто без мысли, всегда там что-то есть. И вот... И вот ученые однажды захотели. В общем, захотели сделать какую-то емкость полностью пустой, но у них не получилось. И также в случае с умом, если вы закроете ваши глаза или откроете, то вы увидите, что в уме всегда что-то есть, но и даже если посмотреть на чистую воду, вот в случае с какой-то водой, если эту воду, как бы она не была бы фильтрованная, рассматривать под микроскопом, там всегда содержатся какие-то частицы. И также в уме всегда какие-то мысли. И вот пример следующий с Млечным путем, галактикой, в космосе много... звезд находится, то есть там, и он так же, как и наш ум, в уме всегда находятся какие-то мысли, какая-то материальная мысль. Но если вы будете думать о лотосных стопах Гуру Падмы, это гораздо лучше. А если вы просто отправитесь в лес, то ваш ум последует за вами, все ваши проблемы, все мысли, все беспокойства также последуют туда же. Но если с другой стороны мы посмотрим, например, мы уже, как сказать, полуосознавшая себя душа, мы смогли по милости Гурудева одолеть майю. Вот это слово значит, что мы уже преодолели шесть видов врагов. Always want to kick you and throw you down into material ocean. There's always this kind of effort going on. We are so foolish, whereas we have already, instruction in Bhagavatam.
И в Бхагаватам говорится, что майю очень просто победить, а как через гуру своего. Я уже говорил об этом, и вот возвращаемся к Брахме. Брахма говорит: «О, мой сын, смотри, если ты избавился от влияния майя, Джитендрия, значит, например, мы уже победили наших, овладели нашими органами чувств и умом, и следующее, о чем говорит Брахма, Атмаратер, that time your organs or the sense of a mind not going outside, always wanted to seek something secret inside your heart. Follow. Атмаратер Будасья means ну вот, вот эти слова, значит, те, кто буквально черпают удовлетворение в самих, внутри себя, не снаружи, а изнутри. То есть люди подразделяются на тех, кто ищут какое-то счастье и каких-то, так сказать, ищут все снаружи, а это глупо. А вот другой тип людей, которые ищут, как сказать, счастье внутри себя. Jitendriya, then if you go to forest again, problem. Why? Whereas this family life is just like a ford, you know, ford. И вот далее Брахма говорит, что смотри, если ты овладал своими чувствами, то тебе уже как бы все равно, где жить, в лесу или в семейной жизни. И Брахма говорит, что семейная жизнь, она подобна какому-то укрепленной крепости, форту. И вот настоящая семейная жизнь, говоря искренне в этот Каликал, настоящая семейная жизнь, я имею в виду те, кто следует полностью, она прославляется, она уважается всеми, и никаких проблем не может там возникнуть. И но главное, вы должны знать, как нужно вести вашу семейную жизнь, как это было возможно для Шрилы Бхактивинода Тхакура жить своей семейной жизнью и так много работы исполнять, и еще и служить Кришне, что Кришна был доволен им. У него было много детей. Или Шивас Пандит, например, и прочее. Они тоже все жили семейной жизнью. Как это возможно для них? И вот все люди, они, как сказать, корыстные. Они смотрят как бы только, как они, в общем, они заботятся только о своих интересах. И вот Брахма хотел сказать, что, что главное, you are speaking, I like to lead peaceful life, I don't like to go into any confrontation, any problem. What he was? Prabhupada naturally, he is actually passive calm is there. Otherwise he should not speak that way. Because he should be busy with seva. Any kind of problem can come. And many times I told you before, that guru seva is the only solution. Раньше я говорил, еще раз повторяю, что гуру сева — это решение всех проблем. Это Кришна, Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве: «О, Удав, смотри». Это очень просто. Я много раз уже говорил. Раджастамасча саттена саттанча упасамена ча
Этат сарвам гуру бхактя пуршо хи анджасаджает. Анджаса, значит, очень просто. Почему я почему я говорю об этих предваряющих вещах? А потому что, чтобы заложить фундамент для обсуждения славы Шилы Бхакти Кумут Санты Госвами Махараджа. И вот смотрите, как он служил своему Гурудеву. Это сегодняшняя тема. Я хочу обсудить это, его служение, его Шиле Прабхупаде. Мы должны полностью следовать Гурудеву. И в то же самое время, по милости Гурудева, если мы будем пытаться контролировать наш ум и наши органы чувств, это упасан займется буквально такое, как сказать, избавление, исцеление от влияния своих органов чувств. И вот те, кто служит Садгуру, им не нужно думать об этих вещах. Вот как пример с Кунджа Бихари Видьябушана. Он служил Шри Прабхупаде Бхакти Вилас Тиртха Госвами Махарадж, он впоследствии стал. И вот этот Кунджа Бихари Видьябушан, он говорил: те, кто хотят служить Садгуру, те, кто хотят служить Садгуру, будьте внимательны. Еще раз, будьте внимательны, что это подобно прыжку в огонь. Поскольку Гуру Сева, если вы хотите совершать Садгуру Севу, так много проблем может возникнуть на пути. И мы должны страдать, терпеть и иметь надежду, что Гурудев спасет нас, как, например, в случае с Курешем, он хотел спасти своего Гурудева, и потом какой-то вот ученик Шанкарачарьи хотел спасти Шанкарачарьи, когда какие-то его противники хотели убить его, и вот он смог спасти Шанкарачарью. Смотрите, какое служение они совершали. Разве Рамануджачарья был очень слаб? Нет, Рамануджа это значит Рам Ануджа, сам Рам сам. Рамануджа это он очень могущественный, но все же он дал возможность служить ему. I told you this, sir. Sariram basu vijnanam. I told this look 1 month ago almost. Sariram basu vijnanam karma gunan vasuno guruvarte dharve jastu sasishya naitarastataha. Sariram basu vijnanam karma gunan vasuno Гурвархе дхаре жасту сасисья ной тарасратаха. Асуна, атма, if you speak about атма in санскрит, и вот если мы будем говорить о душе в... Rain, always plural number. О душе на санскрите она всегда в множественном числе. Ну, как какие-то слова имеют только множественное число. Если вот на санскрите, если мы хотим что-то сказать о душе, то мы вынуждены использовать множественное число. Карма гунан асуна. Сарир, боди, майнд. Наше тело, наше ум, наше образование, наша сила. Any kind of money, power, богатство, власть, все, что у нас есть. I like to throw everything. I like to use everything and all. Мы должны занять все.
ради Садгуру Севы. И это наш лозунг, наш девиз, он должен быть у нас. И Шрила Прабхупад говорит открыто, он провозглашает, что служить Садгуру, Парамахамса Гуру, служить Парамахамса Гуру, если я должен отправиться в ад по, ради служения Садгуру, я счастлив, я готов отправиться в ад по указанию Садгуру. Но я могу сделать все, что угодно, но я не могу оставить Гуру Севу. Понимаете? И те, кто не могут отдать свой ум, как они могут понять эту харикатху, я не могу ожидать. Because I couldn't go there. Today I wanted to distribute some pamphlet. There is exact thing. No criticism, nothing. Some devotee from, I know, from the beginning is staying with me. I'm trying to control him. Making is not, no education, nothing. Now he like to kill me. I'm very happy. Very happy. Now ultimately after 12-14 years, I took decision, you can stay this way, fanciful life, but you cannot use my reputation, this much. I can allow you to stay here according to your own needs, you cannot use my name and fame. He is going outside and using my name, people giving honor, giving money, he is putting in bank. Simply this thing, I told that he cannot obey my instruction for a long time. I am trying, so I allow him to stay separately. This much. I give responsibility to some devotees who is the disciple of Santo Goswami Maharaj. There is nothing dangerous. Very simple. But still they are so fear, they couldn't distribute. Now they ring to him that we cannot distribute because there is a big problem. What problem? This much you cannot see. And you are asking Siddhanta, you like to hear Harikatha? You cannot expect Harikatha from me. Until now, unless I see some kind of dedication. No, nothing dedication there. I can understand that you have dedication, that if you are ready to give life, Махарадж говорит о том, что подобно тому, как то есть, у многих преданных не хватает такого посвящения, как называется. Сама, ну, подобно тому, как борцы за свободу, они готовы пожертвовать своей жизнью ради своей страны, ради Родины, но среди преданных очень редко можно встретить такое самопожертвование. So this is the example, you see. How we can expect? When I write criticism, before I mean, for the past 10-12 years, but it's not, those are big people, they request me. Simply I told them, I like to put your name here. No, don't put my name. I am Vyasasana is told. Big Vaishnava, Acharya. I told simply, I like to put your name here because I am junior. No, don't put my name. That's very nice writing. Nobody can do anything. Who is going to protect me? Balaramji Maharaj. Balaramji Maharaj. How I can understand that you develop actual samandha gas? И вот как можно понять, по каким костным признакам можно понять, что у человека развилась настоящая самбандхагьяна?
You are Thakur, I am your dog. Is simply you can sing. Not in application I can see. What is the duty of a sincere dog? То есть подобно тому, как если у какого-то человека есть собака, если это какие признаки верной собаки, то есть обязаны собаки защищать своего хозяина от нападок каких-то врагов, скажем так, ну или просто лаять и защищать от всего остального. И вот в Бхагават. According to that, Gurudev give you instruction, you have to obey that. You have to obey, carry on. Krishna Bhagavan speaking in Gita or to Arjun, if you like to follow Sadharma, hey? Если Кришна... You like to follow your Sadharма, mean? Говорит в Бхагавад-гите, если вы хотите следовать свадхарме, то есть то, что, как сказать, то есть вашей дхарме, то есть то, что подходит именно вам, нужно следовать в общем своей природе, то, что идеально подходит для вас. То есть, ну, смысл в том, что нужно лучше несовершенным образом свои обязанности выполнять, чем хорошо чужие. И вот Шрила Бхакти он такого это предсказал. Еще 150 лет назад, что такое может случиться. И вот я пример один приведу. Согласно вашей природе, вы должны выполнять свои обязанности. Вот, вот это шлока в Гите. Если вы видите, например, что... Ну, смысл в том, что лучше свои обязанности выполнять совершенно, чем, не, точнее, плохо, чем чужие, хорошо. И вот Махарадж пример приводит. Вот какой, какие, какая же обязанность собаки? Это защищать своего хозяина, правильно? И обязанность осла, какого, осла возить груз на свой, на себе. Могут ли они обменяться обязанностями? То есть собака будет грузы носить, а осел лаять. Is a service you should do according to nature. То есть каждое живое существо, согласно своей природе, оно выполняет какие-то определенные обязанности. One dog and donkey both there in the house of that master. Однажды в доме одного человека both one donkey is there to был осел и собака. Somehow the master was very angry with that dog. Человек, он разгневался на свою собаку. Ну, в общем, и побил палкой свою собаку. И вот эта собака, она думала, что хотела, как сказать, служить своему хозяину, но он меня побил за что-то, и что же делать, даже не накормил меня. И вот собака так постилась, и утром... Утром не ела, в обед не ела, вечером не ела, и вот собака так страдала от голода. И думала, я же хотела послужить как следует тут. Лаять надо было, но мой хозяин не понял меня, обозлился на меня, избил. И вот собака решила, что все, не буду больше ничего делать для него. Для своего хозяина. И вот собака решила, в общем, забастовку устроить. И ночью что случилось? Так, вот в конкретную ночь какой-то вор пришел. Он разбил окно, залез, украл что-то. Осел попросил собаку погавкать, что вор пришел, но собака сказала: «Не, сегодня у меня забастовка, ничего не буду делать».
The donkey requesting you, come, it's out, your master. They are coming to steal, stealing. That says, no, today I cannot do my duty. Let me pass. In the meantime, the donkey asking what to do. Но ослу было делать нечего, но осел сам решил какой-то звук издать, как бы выполнить работу хозяина, работу собаки. И, ну, этот, но вор уже ушел тем временем. И вот этот хозяин вышел злой, избил осла, чтобы он спать не мешал, и вот пошел дальше спать. И вот собака спрашивал, это твоя, как сказать, это моя работа гавкать, ты тут смотри. Из-за того, что ты занимался моей работой, тебя хозяин побил теперь, смотри. Ну что, доволен ли ты теперь? А осел сказал, что нет, недоволен, вот меня избил хозяин за это. Но смысл этой всей истории, что если мы будем заниматься чужими обязанностями, то одни проблемы будут. И вот как, например, брахмачари должен брахмачари следовать. Если к саньяси должен следовать, ну, дхарме саньяси, грехастха, соответственно, грехастха дхарме, нельзя, как сказать, меняться этими обязанностями. Вот в Бхагаватам говорится, что про Бхагаватам в 11-й песне про саньяси говорится. Может быть, я уже говорил об этом. Dharmam bhakshanti adharma gya adhirura uttama asanam. They are speaking about giving dialogue about dharma, whereas no dharma is there. Things like that. Come on, what a funny. Ну, то есть в Бхагаватам говорится, что в Кали-югу многие, кто не имеет дхармы внутри своего сердца, они говорят о дхарме. То есть если они живут подобно животным и могут наставлять людей о святой жизни, это выглядит просто смешно. Хотя Джива Госвами уже сказал, что на Вьясасане не могут находиться кто попало, то есть человек, который находится на Вьясасане, который дает наставление, у него должны быть определенные качества, поскольку если недостойные люди, они будут давать наставление другим, то все испортится. А что делать, я один? Никто же поможет мне, только Баларам. И Шрила Прабхупад, никто еще. Если посмотреть во всем мире, кроме, то есть кроме Баларама и Шрилы Прабхупады, никто не может мне оказать должной помощи. Шудраха пратиграхишванти таповешо упоживинаха. Шудраха, those who are шудра. И те, кто шудры. They are not even attaining Brahman quality. Они даже не достигли качеств брахмана. They are taking brahmacharya and sannyas. Они принимают. Who is going to control? Брахмачарью и саньясу. Can you show me one? Кто может их? Но кто из них будет следовать тем обетам, которые они принимают? И хотя в Бхагаватам уже сказано. They want to beg. Give me money. I'm sannyasi. You don't know? Give. I'm speaking Harikatha. Give me money. Selling Harikatha. To stop their activities. I'm fighting. I'm all one group. I'm alone. See. They like to hear Harikatha from me. Again, if they come, I can throw them out. Go! Outside. Idiot number one. В общем, смысл того, что Махарадж говорит, то, что многие они не выполняют тех обетов, которые они взяли. Шудра,
and begging, collecting dollars and everything. Ah, bank balance, very nice. Bank balance is not going to protect you. Foolish. Bank balance is not going to protect you. Какое-то богатство, какие-то деньги, они не спасут нас. Общество оно не спасет нас, только Гурудев, только Садгуру, только он может спасти нас. Если вы по-настоящему заинтересованы в совершении Садгуру Севы, только это Гуру Сева, она спасет вас. Что значит саньяс? Саньяс не значит. Follow. And dharman bhakshanti adharma gya adhiruro uttamasanam. Whereas is the song is strict instruction of Jiva Goswami Pad. Don't try to allow this vyasasana to anybody and everybody. Джива Госвами Пад говорит, что нельзя позволять кому попало быть на ясасане и давать наставления. И почему я говорю об этой теме сегодня? Потому что сегодня Махапуруша, великая личность, мой Шикшагуру Шрила Бхакти Кумут Санта Госвами Махараша, никогда не боялся говорить об этой абсолютной истине. И поэтому я говорю предваряющие вещи, которые подходят к этой теме. Как Шрила Кеша Госвами Махараш, он тоже говорил так же. Шрила Санта Госвами Махарадж говорил, что нужно всегда говорить об абсолютной истине. И если какие-то люди оскорбляют нас, то можно уйти с этого места, но мы не должны менять нашу сиддханту. Даже когда я был молод, я был редактором одного журнала по милости Гурудева, и какие-то старшие преданные писали какие-то статьи, моя обязанность была проверить их на соответствие с Сиддханте. Но эти старшие преданные, они предупреждали меня, чтобы я ничего не менял в их статьях. И вот они как бы старше были меня, и я думал, что же делать. Может, кто-то 10 лет раньше меня пришел или больше, но что делать? Я был в такой проблеме, поскольку пишут многие не то, что следовало бы писать, какая-то апасиданта там, а Гуру Махарадж, он был занят воспеванием святых имен, он уже был в таком достаточно пожилом возрасте. Мой Гуру Махарадж, он всегда повторял святые имена. Если я бы хотел, если я не хотел беспокоить его такими вопросами, что же я решил делать? Смысл в том, что если кто-то, какие-то старшие прислали какие-то статьи для этого журнала, но бывало так, что эти статьи они были не по Сиддханте. И Бабаджи Махарадж шел к Шриле Шанти Госвами Махараджу, а предварительно он переписывал эти статьи в правильном ключе и шел к Шриле Шанти Госвами Махараджу. И вот Шанта Махарадж спрашивал, зачем он пришел, и Бабаджи Махарадж говорил, что вот у меня тут проблема такая, что вот я редактор журнала, и мне прислали, как сказать, вот Махарадж говорил, как он переписывал и две статьи приносил. И то есть он менял так, как нужно, чтобы соответствовало там идеалу. И и когда Бабаджи Махарадж перед Шанта Махараджа читал вот эти статьи, статьи с какой-то неправильной сиддхантой, то Шанта Махарадж всегда замечал и говорил, что то и то неправильно. А потом Бабаджи Махарадж читал исправленную статью, и Шанта Махарадж все одобрял. И потом, когда уже эти люди приходили и возмущались, почему это там все исправили, что мы написали, то Бабаджи Махарадж говорил, что я ничего не менял, это вот Шрила Санта Госвами Махарадж. Он поменял ваши статьи, и тогда они уже не смогли ничего возражать. И вот таким образом я, как сказать, креативно подходил к
исправлению какой-то апосиданты, которого прислали в журнал. А потом, когда Шрила Шанта Госвами Махарадж ушел, то я уже на проверку ходил к Шрила Бхарати Махараджу. И Бхарати Махарадж, когда читал его статьи, он был очень рад и вдохновлен его статьями и говорил, что публикуй и никого не бойся. I have no enmity with anybody. No enmity. I love, but still I want to speak the truth. I have no hostile attitude. I never want to go into any competition with any acharya. Я никогда не хотел соревноваться ни с каким ачарьей, но так или иначе приходится это делать, чтобы защитить нашу сампрадаю. И вот так или иначе, я был вынужден, папа сам, вот Махарадж рассказывает, когда Шрила Гуру Махарадж, он перестал являть какие-то внешние действия, то я отправился к Шрила Шанти Госвами Махараджу. Однажды Шрила Шанта Госвами Махарадж приехал с И вот Ашила Пури Махарадж, он был перед он уже оставалось несколько дней до его ухода, никого не пускали в его комнату, просто кому надо снаружи смотрели. И вот Шрила Шанта Госвами Махарадж пришел. И вот он пришел в его комнату, кто его остановит. И вот он зашел в комнату, где был Шрила Пури Махарадж, поклонился ему и сказал: «О, Махарадж! О, Шрила Пури Госвами Махарадж! Я ваш брат в Боге, ваш младший брат Шанта, я пришел к вам». Он и вот Гуру Махарадж открыл свои глаза и посмотрел на него. О, how Guru Maharaj wanted to make fool of us. They are on same level, you see, consciousness level. То есть история в чем? То, что Шрила Пури Махарадж, он находился как бы при смерти в состоянии комы был уже достаточно долгое время, а когда Шанта Госвами Махарадж пришел к нему, он сразу вышел из состояния комы. Вот, и также вот, Махарадж приводит пример, что мы не можем там разговаривать с Шалаграмом, например, или еще с, ну, с какой-то там ипостасью Господа, с Гопалом, например, мы должны возвыситься до его уровня, и только потом мы можем с ними разговаривать. И поэтому в Арчан-Падьяти говорится, что перед тем, как совершать Арчану, вы должны стать достойны. То есть, если просто, а сейчас так, что если некому совершать арчану, то кто попал, совершает это неправильно. Шрила Шридхар Дев Госвами Махарадж предупреждал, что нельзя новеньких там или кто еще недостаточно развит, не развил нужные качества заниматься арчаной, готовить или еще что-то. И вот в Арчан-Падьяти говорится, что перед тем, как поклоняться какому-то полубогу, у нас должно быть его качество, Дева Бава, как сказать, его, ну, в общем, то, что мы должны сами развиться до того уровня. И я уже говорил, что те, кто приходят в Гаудия-матху с целью неправильно использовать божественные знания, которые находятся в Гаудия-матхе, то Гаудия-матха не имеет никакой связи с ними. Шрила Прабхупад говорит, что
кто-то может, например, совершать деви баджан, поклоняться кали, поклоняться деви и... Но эти люди, которые поклоняются этой Дурге, могут ли получить юдаршан? Я узнал одного человека в Навадвипе, он живет, который 4,5 года жил. Жил в Камаке Мандире и получил юдаршан. То есть это не так просто. They become very angry with me. Why I am speaking this way? Yes. You should qualify. Но суть в том, что чтобы заниматься какими-то действиями, мы должны сначала стать достойными ими заниматься, как в случае с пуджей или еще с чем-то. Что я хочу сказать? В трансцендентном мире, если вы находитесь в трансцендентном мире, вы можете общаться с Гурудевом. Гурудев – он не что-то материальное, как мы, что… То есть некоторые люди, например, заявляют, что кто-то служил Гурудеву там 20 лет, например, но я могу вам сказать, вы даже 20 секунд не служили Гурудеву, поскольку если вы бы по-настоящему служили Гурудеву, то был бы результат этого служения. И как доказать, а в чем доказательство, если мы совершали гуру-севу совершенным образом? То есть должны быть какие-то результаты этой гуру-севы. И вот суть в чем, что до тех пор, пока мы не возвысились до того трансцендентного уровня, на котором находится наш гурудев, то есть если мы не находимся на том уровне, то как мы можем служить ему, если мы так далеко внизу находимся? Как, например, если наш гурудев живет на 4-м этаже, скажем, а мы на 1-м и не в состоянии подняться к нему на 4-й этаж, что мы можем сделать для него? То есть, чтобы служить кому-то, нужно находиться на его уровне. И только тогда мы сможем служить ему. Это такое... То есть какие-то люди заявляют, что они служили Гурудеву 10, 5 там, или 20 лет, то результаты должны быть, поскольку если вы даже минуту смогли служить Гурудеву, это дает, даст вам вечное благо для вашей духовной жизни, как подобно тому. Как про саду-сангу говорится, что даже лава-матра 11 часть секунды этого достаточно. Если вы общались с саду на протяжении такого малого количества времени, этого более чем достаточно. Вы можете достичь премы благодаря такой саду-санге. What Brahma cannot get, что what Shankar cannot get, Брама, Шанкар не могут обрести, hey! Тот Нитянанда, он пришел, no чтобы распространить это. I give guarantee, no problem. I told you, no? This is the duty of Gurudev. Я уже говорил, что это обязанность Гурудева. Гурудев. That's why not getting result. Otherwise, Guru and Shishya can be like fire. What is Gurudev? Same power can come inside Guru. То есть как вот, то есть та сила, та энергия, та. Is the standing instruction commitment of Nityananda? То есть та, what? То качество, которое есть у Гурудева, они
автоматически явится в сердце его настоящего самопредавшегося ученика. И вот если есть Садгуру, то как возможно, что при существовании Садгуру нет никого, кто бы мог бы получить милость этого Садгуру? Это не так, поскольку милость его получают только те, кто по-настоящему принял прибежище у него и следует его наставлениям. А если мы боимся абсолютной истины и боимся говорить о ней, то это значит, что мы не получили его милость полностью. Шрила Прабхупада говорит, если я буду говорить об абсолютной истине, и весь мир обернется против нас, то и это обязанность этой абсолютной истины защитить меня, поскольку я служу ей. И это будет, как сказать, доказательство ее существования и милости. И поэтому я с такой надеждой живу. Мой Гурудев, он там. И несмотря на то, что Шанта Госвами Махарадж ушел из этого мира, кто вам сказал, что он ушел? Он находится здесь. Шрила Прабхупада говорит. Что многие говорят, что сегодня день ухода моего Гурудева, но я чувствую, что сегодня день его явления перед всеми вами. И вот когда Гурудев он уходит из этого мира, он может явиться подобно он может явиться в сердце настоящих учеников. Это в этот день я могу получить общение с Шрилой Бхакти Кумудом Санта Госвами Махараджа. Я могу. Я могу, положив руку на Бхагаватам, я могу сказать это, что я получаю общение с Шрилой Санта Госвами Махараджем. И я хочу говорить о славе этой абсолютной истины. Всю жизнь Шрила Шанта Госвами Махарадж говорил о славе абсолютной истины. Он говорил об абсолютной истине и никогда не менял своей сиддханты. Он был подобен огню. Я могу один пример привести, очень красивый пример. Однажды на каком-то большом собрании, так или иначе, какой-то майвади пришел туда, он его как-то пригласили, у него было какое-то положение в обществе, он говорил какой-то ересь. И вот Шанта Махарадж слушал и очень разгневался. His speech is over. After that, it was the chance for Santa Gosimara to speak. He was not president of the Sava anyway. И вот после этого Майвади Шанта Махарадж он говорил харикатху. И после этого и вот этот саньяси говорил: я Брама, я Брама. И вот Шанта Махарадж взял палку и хотел побить этого саньяси. Саньяси испугался и отпрыгнул. А Шанта Махарадж сказал: ты же говорил, что все Брама, ты Брама, палка, которая тебя бьет, тоже Брама, поэтому не надо врать, просто терпи. Then why you fear?
и... All they know, people, they are, they are laughing, laughing. И вот он спросил Сиддхи Брахма, чего ж ты боишься? И вот таким простым примером он выставил на посмешище эту Майяваде. И вот Шрила Шанта Махарадж был очень разумен. И поэтому он так, так сказать, такие, ну, иногда так решал какие-то проблемы. И вот... Вот иногда меня спрашивают, почему я не хожу на какие-то собрания, а потом все, как сказать, недостойно ходить на собрания, то, что там делать нечего. А почему я не хожу еще, поскольку если я пойду куда-то на какое-то собрание, то там я не смогу ничего говорить, поскольку многие просто боятся. И вот однажды я был в Батинге, там была Харикатха в течение месяца, и я вот приехал быстро на... И вот когда я приехал на праздник моего Гурудева, и когда я начал говорить Харикатху, то те люди, которые там были, они начали шутить со мной, и... Я решил, что это последний раз. То есть я не... Do you think he can give me pranami and can buy me? Huh? What kind of audacity you have? You can give me pranami and can buy me? Somebody giving big pranami to Prabhupada. And giving instruction, Prabhupada, if you spend this money for this Papa Bandara, then it's good. You can do it. Prabhupada say, you take your money and go ahead. Однажды к Шриле Прабхупаде пришел какой-то преданный, дал ему какую-то большую сумму пожертвования и сказал, что эти пожертвования нужно использовать для бандары, в смысле для праздника, то есть для приготовления, для раздачи просада. А Шрила Прабхупада сказал, чтобы забрали свои деньги и ушли. А ты преданный испугался, сказал, почему? А Шрила Прабхупада сказал, что я могу занять эти деньги в служении так, как я захочу, а не так, как вы прикажете. И вот в Индии однажды, как только появились машины, тут какой-то человек, он... Какой-то человек, он пожертвовал... A flattering personality can never be. Машину Шрила Прабхупаде и. I stop my Harikatha because I know who is going to preside over that sabha. Но как сказать, не был так, как сказать, очень рад, что ему там машину пожертвовали там то и все, а как просто принял ее, чтобы занять служение Шри Кришне и все. Why? Because I know they know the importance. They know the importance of that chair. You know. И вот когда я ходил, и вот когда и вот во время Шрилы Шанта Госвами Махараджа или Шрили Бхактивиданты Вамана Госвами Махараджа, они, когда они были этим сабхапати, как сказать, президентом собрания, они знали важность и значение, этого, как его, президента какого-то собрания, чермана. То есть президент собрания сабхапати, какая же обязанность его? То есть обязанность, в общем, главного на собрании каком-то религиозном, скажем так, его главная обязанность сделать так, чтобы обрести максимальное благо. То есть обязанность этого сабхапати, которая... возглавляет собрание, подобное Шанти Госвами Махараджу, это принести максимальное благо всем, кто присутствует на этом собрании.
Это главная обязанность Сабхапати. Если какой-то человек только занимается политикой, то это получается не религиозное собрание, а какое-то политическое сборище. И таким людям лучше оставить, так сказать, духовную жизнь и заняться политикой. Это будет более благоприятно для них, чем заниматься, как сказать, каким-то подобием духовной деятельности. Disciple, hey, you speak. Idiot number one. I have seen Satoshi Maharaj. То есть я видел во время Шрилы Шанта Госвами Махараджа на каком-то большом собрании Шрилы Шанта Шанта Махарадж, он совершенно образом исполнял свои обязанности и. About the Santosh giving his shot. Now you speak. He's speaking. After 10 minutes, stop. Если, в общем, какой-то человек, ну, как сказать, дали ему 15 минут на его лекцию, если человек какую-то там, как сказать, ерунду говорил, то Шанта Махарадж его сразу останавливал, сказал, хватит, больше от вас ничего не нужно. А если какой-то хороший преданный, очень, как сказать, качественно говорил по теме, по всей седанте, то Шанта Махарадж, он больше времени давал ему, несмотря на то, что его, скажем, 15 минут кончились, то Шанта Махарадж говорил, что продолжает очень говорить хорошую седанту и продолжай в том же духе, поскольку ты говоришь то, что мы должны слушать, и ты ведешь себя также должным образом. И смотрите, сегодня я молюсь лотосным стопам Шанты Госвами Махараджа, чтобы он явился здесь и дал мне свою силу. Если какой-то саньяси, как сказать, лицемерный саньяси приходил к Шри Шанти Госвами Махараджа, кланялся ему, то Шанта Махарадж говорил, откуда пришел. И он говорит, что я ученик вот того-того. И Махарадж посмотрел на него, смотрит, как сказать, этот лицемер. И этот Шанта Госвами Махарадж, он виден, он мог определять, кто настоящий, кто ложный саньяси. И вот этот, которого саньяси приходил, в общем, спросил, нужно 2 дня в вашей матхе пожить. You will have to discuss Nityananda Tattva today. Guru Tattva, Nityananda Tattva. You have to be a sannyasi. Sannyasi means teacher. You have to sleep. Then he here, get his bag and go out. He cannot stay. You know, Mahak city, if you speak to rubbish, he can slap you. И вот Шрила Шанта Махарадж, что таких, в общем, саньяси просил, что ну, саньяси должны проповедовать, поэтому давайте приходите к нам на лекцию и будете говорить о Гуру Таттве и Баларам Таттве. И такие саньяси, они обычно сразу же разворачивались и уходили. И также Шрила Шанта Махарадж, он известен тем, что бил своих этих старших, тех, как их зовут, ну, в общем, он бил своих учеников, которые не следуют должным образом этикетам. А сейчас мы такого не наблюдаем, просто как какой-то какая-то торговля просто идет. I know the name, but I cannot speak. И вот однажды какой-то бенгальский брамачари, он мог говорить очень прекрасно на, он мог говорить о читании читамрити на бенгале очень прекрасно. Он жил
в Бихале, Сошане, где-то с южной стороны Бенгалии, он пришел. Вот он, Брамачари, в общем, был. А, как сказать, формально был брамачари, но характер его был очень, как сказать, такой плохой. И вот, он, и вот Шанта Махарадж поздоровался с ним, и этот брамачари спросил его, что я хочу саньясу от вас получить, если вы дадите мне саньясу, то... You kill me, come. I can give sannyas to you. Right you are, come. You have come to kill me, come. Press my throat. Kill me. Right, you are the right personality. I can give sannyas to you. Now at present sannyas is being sold. 4 lakh rupees, 5 lakh rupees. I'm Vyasasana answering. Ну, и этот, как сказать, такой формальный брамачари пришел просить саньясу у Шилы Шанты Махараджа. Шанта Махарадж сказал, что если я буду давать саньясу таким людям, как ты, то я потеряю все свое положение, все уважение, просто тебе проще меня убить, чем получать саньясу от меня. То есть был очень высокий стандарт саньяса, а сейчас я, сидя на Вьясаса, не могу заявить, что саньясу просто продают в наши дни. И вот сегодня открытие самадхи в Каракпуре, в Кешаре Гаудиаматхи. И из того Кешаре Гаудиаматхи Шрила Шанта Госвами Махарадж написал мне большое письмо, когда была сложная ситуация после ухода моего Гурудева. И вот в том письме Шанта Госвами Махарадж, он написал, что чем я должен заниматься. И после того, как Махарадж ушел из этого мира, я вижу, что все, что он предсказал мне, все это так и случилось. И вот то, что предсказывал Шрила Шанта Махарадж, все сбылось. А я в то время, я, когда получил письмо, я думал, как это я могу все сделать, что он описывает. Поскольку у меня ничего нету, только там денег хватает там, на 2 чапати и все на этом. Но по его милости все случилось, то, что он предсказал мне. Это был первый матка Шрила Махараджа в Кешаре. В Каракпуре где-то, и поэтому его самадхи там находится. Когда Махарадж оставил тело, я был очень болен, я только что приехал во Вриндаван, из Вриндавана, и как только я услышал, что он оставил свое тело, я быстро собрался и поехал в Кешаре на церемонию его самадхи. I can remember. I cannot forget. That samadhi. I was supposed to go, but I couldn't go due to some reason. Собрался поехать на его церемонию самадхи, но так или иначе у меня не получилось. At least I can get some direct support. Я прошу его явиться и помочь нам в проповеди, и вот сегодня времени мало, но и сегодня хочу добавить, что Шрила Шанта Госвами Махарадж, он хотел получить землю. Чтобы построить храм где-то. И один замидар сказал: «О, Махарадж, смотрите, я могу пожертвовать вам большую эту землю,
Да. Вы можете храм там построить, помещение для лекций. И что дальше? Но условие, одно, какое условие? Что нужно пойти в суд? Ну, там он с кем-то судился, и надо было, как сказать, немножко там соврать, надо было в суде. И Санта Махарадж сказал, что мне твоя земля не нужна, оставь ее себе. Если Кришна даст мне, то я приму. И вот он отверг предложение этого замидара, чтобы там немножко совсем соврать в суде, чтобы получить эту землю. И вот в случае, еще был случай с Юдхиштхирой Махараджем. Ashwatthama hato, iti gajo, very small. Iti gajo, elephant, is speaking very, very low voice, so that nobody can hear. Because Yudhishthira Maharaj never speak lie. You can rely on Yudhishthira Maharaj. Yudhishthira speak there. Ashwatthama hato, iti gajo, nobody can hear. Oh, Ashwatthama gone, then lose power, father, I. Then you could get victory over him. Santosya said, "No, I cannot speak lie. I don't need your land. Ну, чем Махарадж рассказывал про случай с Ашватхамой и Юдхиштхирой, я вот не понял там, что точно было. Ну, в общем, такой же похожий случай. И вот Шанта Госвами Махарадж, он завещал, чтобы самадхи его было в том кешаре Гаудия-матхе. Я знал об этом, и поэтому... И вот так я попал... То есть Махарадж говорит, что он уже знал, что будет самадхи в Кешаре, и он смог доехать раньше, чем тело Шрила Шанты Госвами Махараджа довезли. И также в случае с моим Гурудевом Шрила Бхакти Валабхтирта Госвами Махараджа, он сказал мне, что мой Гурудев оставил тело, и... Это было ночью в 3.30, как сказать, утра, в 3.30 утра уже было. И вот мы, и Шрила Бхакти Валабхтирта Госвами Махарадж сказал, что мой Гурудев, он ушел. И как только я услышал это, я решил быстро добраться до Майпура, чтобы участвовать в церемонии его самадхи. Я был во Вриндаване в то время, и вот и так быстро собрался и смог доехать раньше тех, кто летели на самолете. И вот когда я ехал, вот когда ехал на этом, ну и даже как контролер в поезде даже не... Ну, я сказал, что билета у меня нету, и ну, вот Гурудев ушел, и еду, чтобы участвовать в его церемонии самадхи, и контролер даже не позволил мне ехать без билета. И этот поезд еще так получилось, что он ехал быстрее, чем нужно, и я смог доехать буквально за полчаса до... прибытие Гурудева туда. И вот Шрила Шанта Махарадж, он никогда не шел ни на какие компромиссы.
Prabhupada is speaking the same thing. I like to speak so many things about Maharaj. Time can permit, next time when I get time, maybe I will bhakti theology time. By His mercy I can speak a lot of things. But now I have to stop, I have to go to Golgadhar Math. И вот сейчас Махараш едет в Голгадхар Матх, там будет Харикатха на Бенгале. О, Шили Шанти Госвами Махараджа. Если есть